Многие люди для продвижения своих страниц ВКонтакте и любых проектов, в которых они участвуют, пользуются различными сервисами. Например, Лидер Пиара, чтобы продвинуть свою страничку ВКонтакте, или Бизнес Автопост, чтобы пользоваться автопостингом и не париться вообще с размещением постов на своей странице. Так вот, только что открылся совершенно новый сервис, который объединяет в себе функции нескольких проектов, что меня и зацепило. На момент записи этого видео сервис дает всем своим новым пользователям VIP-тариф на 3 дня бесплатно. В течение 3 дней вы можете затестировать на себе все функции проекта и уже после этого решить, нужно вам оплачивать VIP-пакет или нет. Стоимость VIP-а будет всего $3 в месяц. Если посмотреть на все функции, которые присутствуют на данном сервисе, то это сущие копейки. Итак, что нам нужно сделать в первую очередь после регистрации? Нам нужно перейти в личный кабинет и привязать свой аккаунт ВКонтакте. Заходим в управление ВКонтакте и нажимаем «Добавить аккаунт». Здесь нам надо будет перейти по ссылке «Перейти подключение». Далее нужно будет скопировать в строке браузера ссылочку, которая у нас появилась, и вставить ее вот в этот раздел. После этого нажимаем «Подключить аккаунт». Наш аккаунт подключен. Далее нам нужно перейти в настройки профиля. Здесь нам нужно установить аватара. Это можно сделать, нажав на «Изменить аватар» и выбрать наш аккаунт ВКонтакте, который привязан. И наш аватар с профиля ВКонтакте автоматически станет аватаром на данном проекте. Нажимаем «Сохранить». Наш аватар сохранен. Добавлю, что на момент привязки аккаунта к сервису вы должны быть авторизированы в нем ВКонтакте, в этом браузере, в котором вы работаете в данном сервисе. Далее нам необходимо перейти в раздел «Контакты для связи». Здесь мы указываем как можно больше наших контактов в соцсетях, для того, чтобы у человека, у которого возникнут вопросы по нашим проектам, которые мы рекламируем, мог с нами связаться и задать вопрос. В этом поле мы должны вставить свое рекламное объявление. Проекта, который мы сейчас продвигаем, ну и, естественно, ссылочку на него. Это объявление будет показываться всем пользователям сервиса вот здесь вот в левом углу нижнем экрана на всех страницах проекта. У меня уже есть заранее подготовленный текст, я его просто вставлю. После чего нажму «Сохранить». У VIP-пользователя есть возможность добавляться в VIP-ленту. Эта лента тоже будет на всех страницах этого сайта. Я уже в этой ленте добавлен, поэтому пока я не исчезну сюда, добавиться я уже не смогу. Перейдем непосредственно к основным функциям сервиса. В разделе «Ротация друзей» мы можем получить новых подписчиков и друзей на свой профиль ВКонтакте. Каким образом? Нам нужно пройти ротацию, добавить 20 человек себе в друзья, после чего мы станем на их место, и другие 20 человек будут подписываться на нас. Мы нажимаем «Добавить друзья». Видим, человек тоже занимается онлайн-бизнесом, состоит в всяких проектах. Значит, это наша целевая аудитория. И в друзьях у нас такой человек пригодится. Мы нажимаем «Нажать добавить друзья». Добавили, закрываем страничку, нажимаем «Проверить». Все. И таким же образом нам нужно добавить 20 человек, после чего мы появимся на этом месте. Далее, автопостинг. Очень полезная функция, по крайней мере для меня. Как она работает? Сейчас нам нужно нажать «Добавить задание». Мы выбираем профиль. У меня пока один профиль привязан. Для VIP-пакетов в данный момент количество профилей не ограничено. Нам нужно выбрать ссылку на нашу публикацию, любую на страничке, которую мы хотим, чтобы публиковалась. Сейчас я покажу, как это все работает. Вот ссылочка как раз пост про проект Prime Leaders. Мы копируем ссылку на этот пост, вставляем сюда, выбираем интервал, через какое время будет публиковаться наш пост. Я выбираю час. Вот здесь можно поставить галочку «Удали старую публикацию после публикации новой». Что это значит? Вот мы видим, что этот пост был опубликован 38 минут назад, который я хочу, чтобы публиковался каждый час. Я ставлю здесь галочку и нажимаю «Продолжить».
Возвращаюсь к себе на страничку и вижу, что этого поста уже нет. Он удален. И теперь появился точно такой же, только свежий. Ровно через час и этот пост удалится, и на его место выйдет копия абсолютно такого же поста. Это полезно тем, что мы всегда будем мелькать в новостной ленте наших друзей и подписчиков. И всегда мы будем в самом верху новостной ленты. Похожий алгоритм действий и с функцией «Posting Stories» в ленту. Здесь мы можем создать автор Stories. Нам нужно выбрать картинку, написать название, вставить ссылочку и установить интервал публикации. Если мы хотим, чтобы наша история выходила не автоматически, а просто единоразово, мы можем это сделать в разделе «Сделать публикацию в Stories». Здесь наша история выйдет один раз и больше не будет повторяться. В разделе «Рассылка по группам» мы можем публиковать наши посты по стенам открытых групп по списку, который можем вставить в разделе «Списки групп». Нажимаем «Создать список» и здесь вставляем ссылочки на наши группы. Но я этой функцией, пожалуй, не буду пользоваться, так как, возможно, это может привести к блокировке нашего аккаунта. То есть я рекомендую пользоваться этой функцией только с тех аккаунтов, которыми мы не сильно дорожим. То есть своим основным аккаунтом, на котором около 8000 подписчиков, я это делать не буду, потому что не хочу рисковать. Но функция довольно интересная. И можно приобрести много аккаунтов-расходников и с их помощью массово постить наши объявления по открытым стенам групп. По сторисам хочу добавить, что ссылки необходимо ставить только на внутренние страницы во ВКонтакте, на какой-нибудь пост либо статью. На внешние ссылки переходов не будет. Следующая функция – это чистка стены профиля во ВКонтакте. Эта функция пока еще недоступна, но я предполагаю, что здесь можно будет полностью очистить всю стену свою ВКонтакте. Такие вопросы часто задают, как это сделать быстро. Допустим, если там 10 лет публиковались посты, и вручную это делать очень долго. Так что ждем запуска этого модуля. В разделе «Чистка друзей и подписчиков» мы можем почистить нашу страничку. Это очень полезная функция. Нажимаем «Перейти к чистке». Происходит загрузка всех друзей. И сейчас мы можем удалить ненужных нам подписчиков по заданным параметрам. Идет получение. Итак, нам показывают забаненных, удаленных, без аватара. Мы можем выбрать, что мы хотим удалить. И потом нажимаем «Удалить из друзей». Что есть еще полезного на данном сервисе? Это топ-предложение. Эта функция уже платная, даже для VIP-пользователей. Чтобы разместить топ-предложение, мы нажимаем вот здесь, кликните, чтобы разместить свое топ-предложение. Пишем наш текст, ссылочку и выбираем уже платный тариф. 10 дней $4 минимально и максимум 60 дней $16. Наше объявление будет показываться на всех страницах сайта в самом верху. Давайте посмотрим, что у нас в разделе акции. Тем более светится единичка, значит что-то есть. Ага. Нам нужно снять небольшой видеообзор, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь. И нам подарят сколько? Неделю VIP-тарифов. Ну, немного, но все-таки приятно. Я попробую поучаствовать в данной акции. Перейдем на главную. Далее в личный кабинет. Что еще тут мы можем найти? Партнерская программа. Как же я про нее мог забыть? На проекте действует пятиуровневая партнерская программа. За первый уровень мы получаем $1. За второй и третий мы получаем по 50 центов. И 25 центов мы получаем за четвертую и пятую линию. То есть пятиуровневая партнерская программа. И при ежемесячной оплате, естественно, каждый раз нам будут начисляться партнерские вознаграждения. Довольно-таки приятно. И, пожалуй, я займусь построением команды на данном проекте. А своим ребятам, кто будет в моей команде, я в этом помогу. Я сделаю сайт-вороночку, с помощью которого можно будет привлекать партнеров в свою структуру.
Ну и напоследок посмотрим, что нам дает VIP-статус, который стоит $3 в месяц. Во-первых, VIP-статус снимает ограничения на количество аккаунтов, которые мы можем подключить к данному сервису, а также на количество заданий. То есть, например, в автопостнике мы можем хоть 10 постов зарядить, и они у нас будут крутиться в заданное нам время. Когда мы покупаем VIP-пакет, мы получаем возможность добавляться в VIP-ленты. И наше предложение будет отображаться на главной странице сервиса. Об этом мы уже говорили. И вот третий пункт довольно интересный. Каждый VIP-пользователь получит на автомате по 3 партнера в свою структуру один раз в 30 дней. То есть, оплатив VIP-пакет за $3, вы еще и получите 3 партнера в свою структуру бесплатно. Это очень заманчивое предложение, особенно для тех, кто не умеет приглашать. Они будут работать на проекте, пользуются функциями и еще будут получать по 3 партнера в месяц в свою структуру. Я считаю, для пассивщиков, для тех людей, которые работают везде на пассиве на проекте, это очень хорошее предложение.